Добрый день, меня зовут Валерия, я из Москвы, и 10 декабря мне посчастливилось присутствовать на одном из уроков в школе телесно-ориентированных практик Олега Олова Гудвина. Я была в качестве модели на массаже четырех стихий. Это массаж, где присутствуют четыре стихии: вода, воздух, огонь и земля. Ощущения непередаваемые, и если у вас выпадет такая возможность присутствовать на этом уроке, обязательно используйте ее. Что могу отметить из занятий, это то, что доступность материала была прекрасная, то, что Олег замечательно с оптимизмом вел свои уроки. И самое главное, у всех учеников была прекрасная возможность здесь же попрактиковаться в приемах, которые они изучили. Поэтому выражаю огромную благодарность Олегу за возможность присутствовать на практике и советую вам прийти на один из уроков. Если вы массажист, то советую повысить свою квалификацию и получить сертификат именно в этой школе. Всего хорошего!